Женщины, запомните, стоит вам один раз предать мужчину, бросить ему в минуту ссоры такие слова, которые никогда никому нельзя говорить, или вам стоит не сдержать свое слово, и мужчина будет знать, что ты в любой момент можешь это повторить. Стоит один раз соврать мужчине, и он будет знать, что тебе верить больше нельзя никогда, ни единому твоему слову. Извините, но идиотов у нас очень мало. Стоит один раз женщине не сдержать обещания, и мужчина будет знать, что отношения с тобой – это отношения, в которых слово можно, в принципе, не держать, потому что слово в этих отношениях ничего не стоит. Мужчина может после этого оставаться рядом, заботиться о тебе, но принадлежать тебе, моя дорогая, он уже не будет. Потому что он будет сам себя от тебя оберегать. И все его последующее поведение отвратительное для тебя будет, к сожалению, тебе болезненно, но ожидаемо. Потому что создано, по сути, твоими руками. Доверие мужчины в семье – это штука, которую очень легко потерять, а без нее отношений быть не может.